«Когда слова, как музыка». Впервые в Иванове в концертном зале «Классика» свое творчество представила молодая поэтесса из Пензы Юлия Стешкина. Юлия начала писать стихи еще в школе, а в студенческие годы интерес к поэзии стал только сильнее. Так был собран первый авторский сборник «Говори», а за ним и многие другие. О чем захочешь, расспроси, но помни, не забудь. Стихи мои не любят лжи, и их не обмануть. В них говорит моя душа, она их бережет. Послушай душу не спеши, когда она придет. В основном в моих стихах это любовная философская лирика. Я наблюдаю вокруг себя очень много историй, очень много событий, и мне хочется о них рассказывать, но в таком тайном немного виде, потому что не все хотят, чтобы их имена назывались. Свою программу Юлия назвала «О нас». Это единая литературно-музыкальная история, в которой каждое стихотворение является продолжением сюжетной линии, построенной на диалоге двух героев – мужчины и женщины. Я хотела бы сказать тебе о многом, не растратив попусту слова. Как же ты мне неизменно дорог в эти непростые времена. К признанию зрителей, стихи Юлии трогают до глубины души. Каждая строчка, каждое слово отзывается в сердце. Каждый человек в зале, который был, он почувствовал, что это о нем, что это и для него тоже. Любое стихотворение я замечала, глядела на лица других людей и понимала, что каждый находит отклик в своей душе в своих жизненных ситуациях. Все мы родом из детства, все проходим путь сложный по жизни. И Юля находит такие слова, чтобы задеть такие струны, что невозможно не отозваться. Без малого 10 лет слушаю эти стихи, потому что девушку знаю это очень давно. Чудесный, великолепный человек. Пишет уже лет с 15 стихи. И так получилось, что я на первом творческом вечере тоже присутствовала. Ну и когда в моем родном городе это случилось событие, я не могла, конечно, не посетить это. Мне очень впечатлили стихи в интернете, я их слышала, и хотелось увидеть автора вживую. Мне очень нравится стихотворение «Маски», потому что оно как раз говорит о том, что нужно быть самим собой, все-таки не играть вот этими чувствами, не играть на публику, а вот искренность, которой действительно не хватает в наше время, очень впечатляет это стихотворение. Юлия Стешкина – номинант многих национальных премий. За свой талант была награждена звездой «Наследие третьей степени». Это престижная литературная премия для молодых авторов, учреждена Российским союзом писателей под личным покровительством великой княгини Марии Владимировны. Максим Серебряков, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново. И забудь обо всех делах.